Дамы и господа, пани и панянки, сегодня я посетил польское кафе «Пироги» в Филадельфии, в Америке. И вот вы можете посмотреть, какое удовольствие я получил. А по-польски, как вы видите, пироги – это и вареники, и пирожки, и голубцы даже. Вот это все пироги. Но кроме того, что еда тут вкуснейшая, так еще интерьер посмотрите какой. Я когда-то учился немного на архитектурном, ну потом стал фэшн-дизайнером. Но я очень люблю эстетически, когда все сделано. Посмотрите, как прекрасно все сделано. И хозяйка там, конечно, тоже взрослая уже женщина из Кракова. Вот она все это сделала. И поэтому я поставил музыку «Краковяк». А вот уже и меня за стол посадили. И посмотрите, какая хустка на столе лежит. А вот эти прекрасные голубцы. На всех стенах кафе висят картины из Кракова. А вот у них там висят такие часы, и сверху шляпа, и кока-кола американская, чтобы мы знали, что мы в Америке. Ну, а когда я вышел на улицу, там пацан один на мотоцикле, я говорю, дай прокатиться, слухай сюда. А касался, слышишь, русский пацан. И оказывается, они еще и медом торгуют. Вот я прокатился трошки на мотоцикле, и потом сел на свою Тойоту и поехал домой.